Всем привет! С вами Информ ТВ. В биографии Валентины Теличкиной нет скандалов и компрометирующих фактов. Актриса также всегда отказывалась от ролей, которые считала примитивными. Например, именно по этой причине она отказалась от предложений в картинах «Москва слезам не верит» и «Иван Васильевич меняет профессию». Ей нравятся только сложные и многогранные роли, как, например, в фильмах «Журналист», «Не может быть», «Где находится Нофелет». В новом веке артистка продолжала выборочно подходить к ролям. Валентина Ивановна сыграла в сериалах «Бригада», «Есенин» и «Гоголь ближайший». До 80-го года артистка была полностью поглощена своей карьерой и на личную жизнь времени не оставалось. Был короткий роман с актером Геннадием Корольковым и все. Только лишь после 30 лет она нашла свое счастье, влюбилась в архитектора Владимира Гудкова и в 35 лет родила сына Ивана. Наследник актрисы не выбрал творческую профессию. Он закончил МГИМО и работает сейчас юристом в «Газпроме». Парень уже успел подарить матери внука Николая. Сейчас Валентина продолжает сниматься в кино. Последняя работа с ее участием – это сериал «Сжигая за собой мосты», съемки которого закончились осенью прошлого года. Также актриса очень хорошо рисует. Ее картины часто выставляются в музеях и галереях. Это тоже неотъемлемая часть ее жизни. Если вы помните эту прекрасную и талантливую актрису, ставьте лайк. Пишите в комментариях, в каком фильме она вам больше всего запомнилась. Также не забывайте подписываться на канал и жмите на колокольчик. Удачи!